Футбольный спектакль «Атак Жаика». Потрясающий по накалу матч выдала уральская команда. В четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги «Ак Жаик» принимал клуб «Байтерек» из Астаны. Наши корреспонденты пар с подробностями. В этом сезоне «Ак Жаик» играет словно на качелях. В первой домашней игре против «Экибастуса» команда забивает 5 мячей. Во второй игре против «Актобе» команда пропускает 5 мячей. Болельщики задаются вопросом, что же будет на этот раз. В самом начале игры «Ак Жаик» вновь неприятно удивил своих преданных болельщиков. После нелепой ошибки защитников мяч закатился в ворота уральцев. Обидный гол от аутсайдера разодорил нашу команду. «Ак Жаик» начал опасно атаковать. Одна из быстрых комбинаций закончилась взятием ворот. Капитан уральцев Мирам Сапанов сравнял счет. Команды ушли на перерыв при счете 1-1. Вторая половина матча стала во многом определяющей. Главный тренер «Ак Жаика» Сергей Волгин провел замены, выпустив на поле Павла Султаса и Ивана Антипова. Именно их усилия привели ко второму забитому голу. На этом «Ак Жаик» не остановился, и дубль оформил Мирам Сапанов. Победа со счетом 3-1 выводит уральцев на 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Ну, забил благодаря, наверное, ребятам своим. Благодаря им забил. Спасибо. Все хорошо. Отпахали. Спасибо болельщикам. Все, спасибо. Результат достигнут, но главный тренер «Ак Жаика» недоволен игровыми действиями своих подопечных. Игрой однозначно недоволен. Вот в обороне мы очень плохо играем. Легко даем забивать. Вот. Потом начинаем мучиться. В атаке, в общем-то, ну, есть неплохие действия, конечно. Но однозначно и очень много брака вот, в созидании, в завершении. Не так мы агрессивны. Сколько угловых подали сегодня. Вроде бы, ну как, тоже моменты. А вот плохо боремся, поэтому, ну, от победы, честно говоря, никакого удовлетворения нет. Следующую игру «Ак Жаик» проведет 9 мая в Актау против Каспия. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.